чувство гордости, когда вот видите, вот этим кадром, смотрите, как им хорошо. Испытываю. Испытываю. Люди хотят, действительно, как там Шукшин писал, да, праздника хочется, да, то есть, и вот наши люди соскучились по нему. В этом году будет ровно 30 лет, как я живу в Барнауле, в 16 лет я приехал, поступил в пединститут тогда еще, на исторический факультет, поэтому вот первая часть моей жизни в Барнауле, она связана с этими местами. Именно на улице Крупской я окончательно понял, что я барнаулец, что это мой город. Вот однажды иду, и где-то вот буквально за одну прогулку встретил человек 10 знакомых людей из самых разных сфер жизни. И я понял, все, я здесь, и я здесь уже пущу корни и останусь здесь жить навсегда. Вот на Крупской я понял, что это мое место, мой город, да. Ну а вот с Изумрудным произошла следующая история. Буквально недавно у меня такое произошло, знаете, такое какое-то откровение, да. Я пришел в этот парк просто как посетитель с супругой вечером после 6 часов, сел на лавочку на центральной аллее, и я понял, какое-то классное место. Играет музыка, пришли гитаристы, играют. Люди занимаются там йогой. И я понял еще для себя одну важную вещь, что не только люблю Изумрудный, да, но я считаю, что свой Изумрудный должен быть в каждом районе города. Когда ты наводишь порядок на какой-то территории, и люди начинают по-другому относиться к этому. Мы увидели ответственность людей, мы увидели, что люди начинают по-другому относиться. Они могут сделать замечание человеку, который неправильно себя ведет. Да, они сами поддерживают порядок. А вы здесь вообще часто бываете в Изумрудном? Конечно, каждый день. Ну вы утром, да? А вот как посетитель? Как посетитель, честно говоря, супруга не любит со мной здесь гулять, потому что я, приходя как посетитель, в итоге превращаюсь в начальника. Вчера был здесь, отремонтировали аттракцион, значит, выгнал незаконного предпринимателя, который оказался на территории парка, значит, объяснил бомжу, что не надо вести себя так, как он ведет. Значит, обнаружил несколько еще недоработок. В конце прогулки супруга была грустна. Вот вкратце, что можно было бы Барнаулу подарить, если вот не на этот день рождения, который будет у нас скоро, а к 300-летию? Я легко назову 4 вещи. Северный обход. Это такая транспортная дуга, которая позволит развиваться, во-первых, там промышленность, и будет им хороший выход на прямой, на Новосибирскую трассу с Змеиногорского тракта. Второй момент – это восстановить сереброплавильный завод и комплекс вокруг него. Это жемчужина города, сердце города. Третий момент – 5 парков за 5 лет. Нам нужны парки современные, хорошие. И четвертый момент – это суперкомпьютер. Нам нужен суперкомпьютер. Это проекты федеральные, есть ресурсы на это. У нас очень хорошо развивается IT-сектор. И чтобы дать новое дыхание этому очень важному сектору экономики, нам нужно привлечь это. Надо не упустить этот шанс для нашего города. Я думаю, что это хорошее место для жизни.